Трое суток, с вами Саня Электрик. И как вы видите, по голосованию победила русские субтитры и русские комментарии. Так что мы начинаем проходить игру Outlast. Давайте начнем. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискует сунуться ни один репортер. Одно из таких мест – психиатрическую лечебницу Маунт Мессив, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача – докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно, так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Ну что ж. Я в эту игру ни разу не играл, так что я буду пугаться. Это первый раз прохожу эту игру. И притом еще на запись. Сразу уже записывать, так быть. Вот если нифига не знать и буду проходить, вот это будет лучше. Потому что если буду все знать и буду проходить, уже будет нифига не интересно. Так, тем временем у нас загрузочка какая-то долгая. Так, мы слышим звук машины. Кстати, я субтитры включил. Я не в курсах. Так, у нас загрузка до сих пор. Печаль. О, да, субтитры есть. Похоже, сотрудники парка. Я еще записываю, блин, почти в 10 часов вечера. Недавно закончил эпизод 1 Assassin's Creed DLC. Завтра буду второй проходить. Сегодня у нас среда, а вы посмотрите это все в четверг. И даже, да, в четверг, возможно, или в пятницу. Так что... О, что-то мне это все не нравится уже. О, документики. 17 сентября 2013 года. О. Так, психиатрический исследователь Маркус. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультацию программным обеспечением психиатрических исследований Мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении. И сейчас я грубо нарушаю. Ну хрен с ним. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю. Не верю, что в половину увидено. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, что они нашли то, что даже... что дождалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом знать. Ну, в принципе, да, я тоже против, чтобы на людских страданиях Волов, но не зарабатывал. О, камера. Уже? И 2 батарейки. Зашибись. Ночное видение. Отлично. Камера рабочая. Блин, я уже заговариваюсь. Окей. О, какой молнии. Так. Заметки, документ. А, это информатор. А чё в заметках? Нифига. Так, содержащиеся заметки. Документ. А, это быстро, типа, понял. Окей. О, как камера включается. Вау. Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левую кнопку. Отлично. Ошибись. Какой
Отличненький городочек. Опа. What the fuck? Это что было? Нифига себе, это что было? Йо. Что, пойдем через главный вход? Ладно, бежим, пробежимся. Может, так, идем. Заперто. Окей. Hello. Кто-то здесь есть? Нифига себе, тут тачечки. Чё вообще здесь происходит? Это кто? Окей. Пойдемте сюда, что ли? О! Чтобы прыгнуться, удерживайте left control. Идет сохранение. А, сохраниться самому нельзя, да? Окей, только сохранить и войти. Заперто. Пусть на камеру поздравит прожить всю дрянь. Это понятно. Что, полазим? Так. Вверх, вверх, вверх. О. Окей. О, черт, черт, черт. Прям Миро Сейдж. Так. Так ты. Вроде все. Окей. Окошко. Окей. Ой-ё-ё. Йо! Мне это уже не нравится. Еще батареечки. А я не знаю, на каком я уровне сложности играю. Там же было вроде бы, хотя я не знаю. Hello! Может где-то батареечки есть. Посмотрим, давайте осмотримся сначала. Вроде пока батареек нет. Здесь осмотримся. Посмотрим, что тут у нас. Туру-туру-ру. Йо! Сука, блин. Что это было? Hello? Не-не-не. Йо. Нам туда, йо. Ё-моё. Нет, дверь... Ты чё так грюк... Ё-ё-ё. Так, окей. Ого, FPS проседал, нифига себе. Hello! It's me, Саня. Психиатрическое исследование Мерков. Проект Well Reader. Лечебница. Так, окей. Дата. Доктор. Лечащий врач. Состояние пациента уже знает, что состояние самонаправления, осознает сновидение, продолжается, наблюдается без... Телесимптомы. Неужели Мерканского? Йо. Ладно, прочитаем. Состояние пациента утверждает, что состояние самонаправления осознанных сновидений продолжаются. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спинометрия не обнаруживает брахиальных образований. Выделить электроциты на гормональные слова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает арнитмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли утверждает, что источник информации стали кровавые сны доктора Трагера.
На заметку, единственный трекер, работающий на компанию, некий Ричард Трекер. А ответственность лицо в ним следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включил в биометрические распознания психотерапии. Короче, что-то я заговариваться сегодня стал. Окей. Мы пойдем, а ты пиши дальше летсплей, чувак. Что так? Блин, мне ФПС просит это. Я хотел в туалет. Сволочь, я срать хочу, открой. Сволочь, я срать хочу, открой. Окей. Ну тогда в баню, в баню, в баню. В жопу вас. Hello. Я хочу колы. Давай, 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 давай. Так. Let's go. О боже. Йо. Чувачок кого-то испугался. Какая боль? Йо-йо, 5 FPS, зашибись. 4 FPS. Ну мне что-то при таких моментах, йо. Надо еще уменьшить графику, вы хотите? Йо! Сука, бля. Сволочи, сволочи. Я ж так всех перебужу, сволочи. Йо, короты, йо, бля, йо. Сволочи. Зачем я это начал проходить? Бля. В жопу, 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 в жопу. Ёкалы мене. Ох, ё! Мужик. Ё! Security and control. You have to get the fuck out of this terrible. Убираемся с этого места нахрен. Если не мужик. А, мне тебя жаль. Ё, сколько голов. Бля, я назад. Йо! Hello! It's me, Mario! Куда тогда? Хотите сказать нам назад? Давайте попробуем назад, я точно не знаю. Может, туалет открылся? И тут еще куда-то есть, нет. Я не знаю просто, куда точно. Ё. Заперто, окей. Ё-моё, я так шиганулся, а это капец. Ладно, пошли. Так, куда я там выбраться? Блин, 40 FPS вроде бы нормально, так. Чё так FPS проседало иногда? Во, сейчас они проседают, видите? Так, куда тут валить? И мне батарейка садится. Чёрт возьми. Блин, зря, может, это я сделал. Так. Идем. А, вот тут дверь. Фу, как я не заметил. Йо. Тихо.
Тихо, тихонечко, тихонечко. Это все вольно нашлось, это все. Это какой-то мужик. Hello. Hello. Окей. Старый пердун. Йо! Чёрт, чёрт! Я пошутил, я пошутил! Зашибись. Ну, зашибись. Привет. Я... Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Может, хотя бы батарейки дал бы. А то как-то с одной батарейкой. Зашибись, я там полностью ничего не обследовал, и уже все. Жесть! Так. Привет, мужики. Как поживаете? Так, у нас есть документики. Посмотрим. Ордер на имущество. Письменными показаниями под присягой, данное перед советом директоров, заслуживающими доверия агентством безопасности Мерков. Катастрофическое нарушение о работе системы безопасности, заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточным доказательством для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. Данным документам предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию, полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований корпорации Мерков и дочерним компаниям, касается действий АБМ и обстоятельств, в которых они были необходимы. Не зря на последствия. Ага. Выберетесь из лечебницы, открытой главной дверь через... Воу. Слушай, мне тут батарейки нужны, а вы не знаете где... Слушай, мужик, ты ж тут работаешь, да? Не знаешь, где тут батарейки продают? А? А, ну ладно. А ты? А, ладно, лежа. Заперто. А я хотел летсплей Слушай, а летсплей запели? Окей. Блин, где батарейки? Где, мать вашу, батарейки? Что-то было? Ха-ха, зашиби. И... Документики. Лечить в состоянии активности морфологического... Ладно, не буду вас мучить. Накроем. Где батареечки? Закрываем дверь. Hello. You. Я всего лишь бабочка. Я бабочка. You. Привет! Как ваши дела? Слышь, мужичок. Куда уставился? О, интересно. Окей. А тебе тоже. А. Вот тут смотрите, я пойду. Окей.
щит. Оу, щит. О май гад. Оу. Черт, и батареек нету. Так, карта здесь. Окей. Блин, меня не станет батареек, это будет жесть. Так, тихонечко, тихонечко. Надеюсь, вы не будете мне нападать, как в Бэтмене Архам. Асалм. Я пойду. Я закрою вам дверь, я пошел. Привет. Мужик, как дела? Ё, что делать? Ёкаламане. Мужик, иди в жопу. Иди в жопу. Ё. Фак. Ой, ё. Дайте мне батареек, мужики. Эх. Тут никак. Еее! В туалете была батарейка, отлично. Блин, может, я уже давно пропустил там батареек пару штук, так что извиняйте. Электрик рум, моя комната. Да. У тебя рожа. Окей. Вау. Это что за ю? Так, я сюда не зря зашел. Тут должно что-то быть. Батарея, отлично. Так, пока все отлично. Пока все хорошо. Кто там дверь закрыл? Open fucking door. Open fucking door. Open fucking door. Hello. Так, мы закроем дверь. Если пожарный. Батареек ничего нету. Ладно, приступим. Начинаем пилить. Let's play. Все как обычно. Кофе. Так, запускается игра. Мужик, что ты, что-то не зашибись. О, обычная работа. Саня электрика. Ё! Тихо. Нет. Только не эта картина. Только не сюда. Мужичок, это не... Ё, я еле заметил. Я не поросенок. Иди, шлюшка. Я пошутил, иди. Черт побери. Чего это за... А, это тот самый, куда меня обозвал старый хрен. Думаю, я зря это сказал. Вот и ступай дальше.
Нам вроде бы сюда, да? Если тут... Просит, да, не FPS, извините, ребята, так уж и... О, наша тень. Наша тень. Черт возьми, это только первая серия. Сюда до конца. Это я. Тетя Валя. Йо. Пока все спокойно, тихонько. Так, параметры. Так, субтитры есть, да? Окей, пошли. Этот музон мне не нравится. Все. Батарея. Йо. Окей. Ой, йо. Мужик, иди туда, не я. Тебе нужен не я. Ё! Твою мать! Чёрт, щит. Я запер дверь. Тихо. Нет. В жопу иди. В жопу. На небеса, да. Только не трожь меня, только не трожь. Окей. Раз мы уж нашли место. А этот шкафчик он обыскал, тут никого. А следующий надо. Вроде бы никого. Йо! Убивает дверь. Так, выбил дверь. Посмотрел. Да-да-да, нет, тут нифига.
Нифига нет. Нифига. Нифига. Ой. Подождем чуть-чуть. Хотя...